Здравствуйте! Сегодня поговорим об орхидеях. В данном случае у нас фаленопсис. Как правильно рассадить фаленопсис, как размножается он, мы сейчас покажем. На цветоносах после цветения появляются в пазушных почках такие замечательные детки. Сначала появляются листья, затем корни. При появлении трех листьев и более мы пересаживаем, то есть отделяем от ствола. Также бывают орхидеи, если утеряна точка роста или же повреждение механическое, новый лист не выходит, зато выходит побег боковой. Сейчас рассаживать это растение не будем, так как здесь еще очень мало корней. Я вам покажу другое растение, как мы будем пересаживать. Где более трех листьев и много корней, мы рассаживаем. Обрезаем чуть ниже по стволу, где-то сантиметр. Срез присыпаем корицей. Срез присыпали корицей и отложили на 3-4 часа в сторону, чтобы он поджил и не подгнивал в дальнейшем. Для пересадки нам необходим мох сфагнум, кора крупной фракции и средней фракции. У нас есть готовая смесь, это средняя фракция, крупная фракция и уголь активированный или же уголь просто древесный. Также мох сфагнум. Мы насыпали в горшочек, уже половина горшка у нас этого состава. Укладываем следующий слой, идет у нас мох сфагнум. Мох сфагнум нужно увлажнить для того, чтобы корневая система почувствовала себя как дома. Также мох сфагнум укладываем сверху. Он будет хорошо держать влагу и будет служить бактерицидным свойствам. Если есть какие-то грибки на растении, то мох сфагнум будет служить для того, чтобы они не развивались. Сверху на мох мы укладываем наш грунт. Мы работаем с сухим для того, чтобы потом в дальнейшем мы могли увлажнить его. Поливаем сверху, увлажняется наш мох и оставляем на полчаса. После полива растение достаем и ставим на яркое освещение. Подоконник должен быть без сквозняков и холодных потоков воздуха. Следите за поливом. Поливать растения будем раз в неделю. Можно как погружением в воду или распылителем, увлажняя грунт сверху. Воспользуйтесь моими советами, и вы будете довольны.